Особенно на отдыхе, это можно позволить себе делать 2-3 раза в день, тем отличается на отдыхе. Что вы видите, друзья? Я хочу заметить, что... Как вы называете это? Саша. Как бы вы это назвали? Уставший после пляжа. Целый день болел на ногах. Он узнал, что можно... Вилло! Это Таиланд! Тем более Сири. И даже мне удалось договориться с Сашей, что он специально ради зрителей нашего канала, он снимет трусы. Давай. Да. И вот тут сделал сразу стереотипную ошибку Юрий, потому что многие называют это розовые трусики. Но, ребята, это мои любимые розовые шортики. А трусики, раз вы не поняли, это вот они. Вот это трусики. Вот так вам. Ну, примерно как-то вот так. Привет. Ну, я могу сказать, что такого на моем канале еще не было. Сын, ты здесь? Спасибо за шоу. Юги, нормально. Саня, здорово. Здорово. Здорово, братва. Юрка, привет. Ты что, смотришь? Ты вот это смотришь? У них тренировочка здесь. У нас тоже тренировочка. Мы с Ригертом делаем кроссфит. Сейчас выхода на кольца учил. А штаны мы ему купили уже, подарили на Новый год. И ходьбу на руках делаем, со слов. Все, пойдем. В бассейн. Миронов. А где Миронов? Все. Вот, смотри, булочки. Заблудился. Юра, привет. Привет, Дима. Миронов заблудился, говорят. А ты уже сколько здесь? Я здесь два дня. Он горел, говорят? Два дня уже, да. Уже зажил. Ну, нет, нормально уже. Уже сойдет. Берегу ты. Берегу. Здрасте. Привет. Привет. Хороший аппарат. Ждем новых видео. Ты видел, какая штанга у нас шикарная? А ты какие-то резиночки, да, привез? Да, у меня есть резиночки, я хотел с тобой подкачаться. Мы подкачаемся только, давай не сегодня. Лучше в какую-нибудь качалку съездить, Дэн. Помаши рукой наш этот перископ. Как я сказал в одном видео, это уже не мэнс-физик, это бодибилдинг какой-то. Это какой-то прям... Это уже супер. Тяжелый мэнс-физик. Да, тяжелый мэнс. Я отвечаю. Руки расставляет. Ты специально руки расставляешь? Типа широчайшие показываешь? Я? Или привычка у тебя? Да? Привычка, думаю. Ксюха тоже здесь. Здесь всех синдром. А это Слава. Познакомьтесь. Это кроссфит. Настоящий. Мы выходы на кольца учимся делать. Я обещал через пару дней показать выходы на кольца. Бассейнчик у нас. Еще на территории виллы еще бассейн, в котором... Плавать. А что, у Юры сколиоз? Полноценное видео ребята уже монтируют. Там у нас все, Настя, она специально прям монтирует. Кто может шпагат? Клоков здесь. Клоков здесь. Все здесь. Первое видео на канале Клокова будет уже сегодня. Смотрите компроматик. Это Маша. Маша работает. Шторы надо получше за это. Зашторивать. Клоков где? Ксюха, помаши рукой. Григорьевна тоже здесь. В каком районе мы тая? Какой-то, блин, не знаю. На принца и Шрека. Ну, главное, что на Шрека не похож. Пресс. Жирный пресс. Вот так как-то. Миронов тут живет, по-моему. Так, без этого пошлости буду удалять, кто будет пошлить. Кто будет пошлить, буду блокировать. Здесь классная погода. Классная погода, прям тепло, вода теплая, солнышко, красивое окружение. Гошана, не знаю, не видел. Миронова, наверное, увидим. Димас Бородас, это кто? А, Селиверстов. Селиверстов будет, по-моему, завтра или послезавтра. Юрий, показать Юрия. Юрий уже показывал, только что был. Вилла шикарная, вилла просто вообще бомбовская. Екатеринбург, привет, перелет прошел прекрасно. Вилла отлично, Юрий, тебя люблю. Привет, ребята. Ты позируешь? Давай, двойной спереди. Ты готовился специально? Почти. Широчайше. Вот. А выступать будешь? Ну, если мы какие-нибудь соревнования устроим. Соревнования устроим. На что прям? Во, смотрите. Как вам? Ну, все. Все показал.
Вот Юрец. Юрец молодец. Хоп, хоп. Во, двойной сзади. Вот это его произведение. Вот это двойной спереди, вот. Я понимаю. Достижение. Подходик сделаю. Ригард, покажи выход на кольца. Покажи людям выход на кольца. Не верят, да. Во. Слава. Давай как какой-нибудь. Оп. Понятно? Вот так, бля. Юрий, ты ноги качаешь? Люди спрашивают. Первая серия. Просто первый раз в жизни попал в эту штуку. Перископ? У тебя нет перископа? Нет, у меня еще нет. Ну тебя Клоков научит, меня научил, подсадил. Пожалуйста, видео как-то сейчас, да, буквально пару секунд, я его смонтирую. Сейчас дам. А когда... Короче, место есть еще. А, здесь у нас, по-моему, Настя. С аппаратурой. Ну что, друзья, долетели в порядке, все нормально. Ждите новые видосы. Клокову привет обязательно передам. Всем хорошего вечера. Приятного вечера. Мы пойдем еще потренируемся.